Здорово, здорово, дорогие друзья, и как вы уже поняли, у нас на обзоре Cadillac CTS-V на стейджах BS, на вот таком, в принципе, внешнем виде, тип краски стоковый, антихрома нет, в принципе, довольно-таки прикольно, но он не особо интересно выглядит, именно потому что, наверное, антихрома много спереди, но все-таки прикольно, потому что у него все-таки обвесы, все-таки CTS-V, и передний бампер такой низкий, с юбкой, можно сказать, да? Хотя он, наверное, цельный идет, не особо видно. По-моему, да, юбка здесь отдельно цепляется. И сзади. Мне нравится особо, особенно, точнее, вид сзади. У него свес такой прикольный сзади. Большой свес. Ось близко к центру расположена. Ну и, в принципе, внешний вид прикольный. На посадочке колеса только заменены. Ну, в принципе, около стоп, можно сказать. Давайте посмотрим, как он на БС едет. Я заранее скажу то, что эта машина у меня уже, наверное, около недели, может, чуть поменьше. И довольно-таки шустрая на стейджах БС. Все-таки тачка эксклюзивная. Она раньше в салоне продавалась, по-моему, в мирном. Но года два, по-моему, уже как контейнеры добавили, они ушли туда. Эти кадиллаки. И довольно-таки шустрый автомобиль. Сейчас по подвеске посмотрим, будет цеплять, нет. Все-таки по подвеске здесь он цепляет нехило. Я сейчас чуть Феррари не затоталил, можно сказать. Не цепанул, слава богу. Но все-таки там все-таки надо будет притормаживать. У меня, по-моему, G12 семерка БХ тоже там цепляет. Но на нее надо будет обзор тоже записать. Ну, минус 7 косарей. На ровном месте, можно сказать. Классика. Сейчас вернемся, посмотрим в обратную сторону. Как цеплять будет, не будет. Ну, скорее всего, нет, потому что это все-таки обратная сторона. Зеленый свет, попадаем. Здесь подпрыгнем. И здесь все четко в обратную сторону. Именно в сторону привы. Вот такая вот фигня с текстурами. Надо притормаживать. Там много кто цепляет, но все-таки это не критично. Поэтому, точнее, не критично. По управляемости. БС. По-моему, это full stock на стейджах, на тестах, стейджах затестим, как они едут на BS. BS и BB сравним. Стоит ли вообще переплачивать? Но мне кажется, все-таки BS Cadillac неплохой. Управляемость у него хорошая на BS все-таки. Базу, наверное, второй ставить смысла нет. Из-за этого будет ускорение чуть похуже, подольше. И получается, на этом кадиллаке со стенджами BS можно в городе даже разогнать, ну, около 300 км в час. Но хотя я осуждаю все какие-либо нарушения ВПС и ПДД. Вот, я сбавил скорость, в принципе, нормально прошел, сильно не кинул, осуждаю красный свет. Это был ярко-ярко-оранжевый, желтый. О, в принципе, нормальная машина, автомобиль. Давайте переместимся к тестам стейджей. Куда подать себя, но нет, мне не грустно, нет, мне не чуждо. Бывает там, где свет светит тускло. Нет, мне не грустно, нет, боли чувства. Ломали головы, куда подать себя, но нет, мне не грустно, нет, мне не чуждо. Бывает там, где свет светит тускло. Где-то кричи. Сердце мое, я выдыхаю сладкий дым в машине в окно, душа. А на этом, в принципе, все. Тест закончен. Вы увидели сравнение стейджей, точнее, на стоке без стейджей, на стейджи BB и BS, то есть база баланс и база скорость. Поэтому делайте выводы сами, стоит ли какой, точнее, какой стейдж вам брать, в каких стейджах покупать. И все в этом роде. Я не стал сравнивать с той же самой F90 BMW, либо Т-шкой, нет, Е-шкой, скорее всего, Мерседесом. И напишите в комментарии, стоит ли сравнивать своего класса, ну, грубо говоря, своего класса, допустим, то же самое F90 и Е-шку Мерседес, надо было ли сравнивать с этим Кадиллаком или нет. Я вот еду домой и забыл, точнее вспомнил, что я забыл сделать. Это посмотреть и обсудить, сказать про внешку, про салон, в принципе. Да, я забыл. Ну, говорю, как даун, но все-таки особо ничего и не поменялось. Я есть даун, раз забыл. Капот, по пятибалльной шкале пятерочка, по десятибалльной, естественно, десяточка.
решеточки все детализированные, все сотики вот эти красивые, фары детализированные, бампер, карбон, вот у губы, все четко. По салону, сейчас сначала багажник посмотрим, шильдики детализированные, юбка, точнее диффузор, тоже карбоновый, красивый, глушители как глушители. Так, посмотрим сначала, как работают. Ага, аварийка, прикольно выглядит. Ага, при торможении получается только на багажнике. Задний ход, кстати, где диффузор или диффузор. Так, а фары? Фары вообще не работают, получается, фонари. При торможении только получается на багажнике. Выше логотипа, либо сабли, по-другому говоря. Ставим на, точнее, ручник. Садимся на переднее сиденье, на пассажирское, чтобы все видно все-таки было. А ну и за водительское тоже сядем. Все кнопочки, вся мультимедиа, центральная консоль, тоннель. Все. Детализированное дерево есть. Симпатично, в принципе, да. С кайфом. Так, теперь за водительское сядем. Посмотрим, как там все. Ага, аварийка, все есть, руль крутится. Тоже все кнопочки, все четко, детализировано. Единственное, что немного плохого качества, именно логотип в середине, вот где подушка безопасности. А так, все в принципе четко. Так, машина заведена, ручник снимаем, пристегиваемся. Посередине у нас получается, блин, как бы не врезаться. Посередине у нас, что у нас? У нас тахометр, кстати, посередине. Это четко. Но скорость здесь не показывается. Получается, у кого именно не тахометр крутится, а именно, точнее, есть, где только тахометр крутится, а есть где тахометр и спидометр. Спидометр здесь цифровой, ну, типа вон в углу в центральном колодце, оно не меняется. Вот эта цифра как 0 была, так и есть. У других автомобилей, у кого спидометр и тахометр, там спидометр не соответствует нашему правому цифровому, который от провинции именно системный, но тахометр тоже как бы вот так при переключении вниз сбрасывает обороты, как в принципе это и здесь реализовано. Вот, на этом в принципе все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на социальные сети, группу ВКонтакте и Телеграм-канал. Ну, в основном, конечно, вся движуха в Телеграм-канале. Поэтому в первую очередь туда, на группу ВКонтакте, не обязательно. Все, что там есть, есть и в Телеграме. Вот, поэтому все, всем спасибо за просмотр. Опять же, подписывайтесь на социальные сети, еще раз повторяю. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. А на этом все. Увидимся в следующих роликах. Всем пока. Между нами горела любовь, это для тебя розы и хоть. На миг увидеть тебя, провожая закат. Снова я не понимаю, ну как?